сказать, под каким псевдонимом творил или творит этот человек. Школьные предметы, кино и музыка – таковы темы заданий, с которыми должны были справиться амурские педагоги, участники конкурса «Учитель года 2019». Их разделили на несколько групп, в каждой от 4 до 8 человек, которые преподают одинаковые предметы. Dream Team – команда учителей английского языка. Среди них педагог из села Новопетровка Константиновского района Валерий Сырых. В России обучением детей он занимается 5-й год, раньше работал в Украине. Признался, педагогический квиз для него – это неоценимый опыт, новые знакомства, а также дополнительная возможность проверить свои знания. Сложновато было с псевдонимами. Мы вроде бы и читали, на самом деле, оказывается, мы не знаем, кто автор тех книг, которые мы прочитали. Это сложновато было. Что самое интересное, стыдно, что мы не знаем, но мы исправимся. Я так думаю, что когда мы это изучали, я так думаю, в основном все изучали это либо в старших классах, либо в университете, а со временем забывается. Просто забылось истинное имя автора. Проще же вспомнить псевдоним, чем настоящее имя. И не всегда оно, в принципе, употребляется, и в обучении тоже. Интеллектуальная викторина стала внеконкурсной частью главного педагогического мероприятия «Учитель года 2019». В нем принимают участие 24 преподавателя со всего региона. На протяжении 2 дней амурские учителя проходили ряд очных испытаний. В частности, были методические семинары, классные часы и открытые уроки. А вот педагогический квиз позволит членам жюри оценить все грани таланта учителя. В этом году мы проводим этот конкурс очно. И вот как раз сочетание конкурсных и неконкурсных мероприятий позволяет жюри, ну, если так можно сказать, охватить весь спектр представления, формирования мнения о педагоге. Главный приз конкурса – переходящая статуэтка «Амурский пеликан» из самоцветов, добываемых в Амурской области. Победитель получит также денежную премию 100 тысяч рублей. Денежные призы ждут и тех, кто займет 2-е и 3-е место. В свою очередь, лучший педагог в дальнейшем представит регион на Всероссийском «Учителе года». Ольга Сысой, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.